Ребята, всем привет! Спасибо, что зашли на это видео. Сегодня Диана покажет, как она делает тосты с пастой из авокадо. Обязательно досмотри это видео до конца. Я решила вам показать, как сделать очень вкусную пасту с авокадо. Вот, короче, нам понадобится спелая авокадо. В общем-то, сначала нам нужно отрезать авокадо от косточки. Собственно, вот как я это делаю. Ничего сложного нету, просто отрезаем. Вот, наша косточка, мы ее очистили от авокадо, и сейчас, собственно, нужно его передавить. В общем-то, ребята, вот авокадо, теперь вы берете и вот так вот вилочкой его раздавливаете. Также нужно сейчас будет добавить этот сок лимона, чтобы авокадо не стал темного цвета. Всегда добавляем сок лимона. И получается вот такая вот паста, но нужно помять еще. Короче, ребят, вот что у нас получилось, вот такая вот каша. Теперь мы добавляем эти специи, добавляем теперь побольше. Я добавляю это морская соль с травами. Но также еще можно добавить перец. И нужно уже начинать жарить тосты. И перемешиваем. Мы используем вот такой вот хлеб. Европейский. Закидываем тосты в... Точнее, не тосты, а хлеб для тостов в тостер. И где-то на 1,5 минуты. Итак, ребят, вот наши тосты, вот наша паста. И сейчас мы будем намазывать пасту на тосты. Ну, короче, суть вы поняли. Я уже попробовала, и это просто рай, вот реально. Мне эта еда никогда не надоест, мне кажется, я просто обожаю авокадо. Хотя раньше оно мне не нравилось. Вот так вот бывает, ребят, тосты просто вкусный капец. Ой, как же ты красива, ой, губы вкуса мандарина, ой, даже будет лучше, ой, потому что,